Люди, всем привет! Сегодня утром я ходила за грибами, светило солнце. Пока шла домой, дождик моросить начал. 2 часа как ливанул. Это моя речка Переплюйка. Я ходила с того берега, с этого берега на тот берег. С ковшиком воды черпала, когда мне нужно было. Сейчас, смотрите, за 5 часов как поднялся уровень. Скоро уже берег. Берег скроет. Текут такие бурные воды. Вот, дождь у нас будет длиться очень долго, по прогнозам. Не знаю, будет ли затихать, но капли висят очень долго. Даже страшно посмотреть. Ну, что будет, то будет. Что теперь уже? Так, мой огород тут многострадальный и заморский. И вот сейчас может быть. Может быть. Ну, в общем, короче, ладно. Мало ли что может быть, да? Сейчас я хочу вам показать один участочек, который я снимала месяц назад. Вот. Да? Сначала я покажу то, что было месяц назад, и то, что на данный момент. Так вот видео смонтирую. Разрабатываю участок заброшенный. Сделала насыпную грядку. Ну вот так же все внизу заложила всякой травой. В общем, отходы кухонные. Там вот уже малина растет у меня. Довольно-таки неплохая. Может быть, скоро буду плодоносить. Но подмерзла, чуть-чуть подмерзла. Ну а здесь вот высаживала кабачки метровые. На самом деле метровые. Вот так вот они сейчас выглядят. Эти листья, конечно же, большие, засохли. Надо было бы их сначала обрезать. Вот. Завязи уже имелись. Не знаю, придется их, наверное, обкорнать, эти завязи. Ну, может быть, что-то кто-то и пойдет. Здесь-то вот вряд ли что-то кто-то пойдет. Но вот здесь вот и есть листочек. И тут листочек. Посмотрим. Лето еще впереди, еще только середина июня. Это заброшенный участок, стадии разработки. Тут я кашу, тут везде топинамбур. Ну, в общем, вот ладно. И вот закладываю, всяким тут хламом, отходами, травой, сено, в общем, все, что есть, все сюда ношу. И вот там вот малина, Огромные такие листья вообще. Жирует собака такая страшная. Не будет малина. Там лес вырубили, может быть, посветлее или будет. Но так в тени она замечательно растет. Только листья, конечно же. И вот такие вот кабачки у меня на сегодняшний день. Что-то прижилось, что-то нет. Там, по-моему, 2 тыквы. Вот, а это вот кабачки сразу видно, да? Вот какие они. Сейчас уже распластались, уже начали завязывать. Видите, ну сейчас, наверное, сгниет один тик. Тут он должен образуется. Ну вот, результат налицо, как говорится. Какие обглодыши были, какие сейчас. Да? Ну, месяц всего лишь прошел. Может, что-то и будет. Ну а так участок, вот я говорю, стадии разработок. Там тоже ни живы, ни мертвые кабачки и тыквы. Но это отдельная история. Не хочу ничего больше показывать. Устала. Надо еще грибы эти доваривать. Вот. Видео у меня копится. И никак мне не смонтировать. Что-то уже и желания никакого нет. А сейчас вот еще переживание. Вот речка выйдет сейчас из берегов. И все, весь мой участок снесет. А тут ведь есть много моих трудов, которых мне что-то становится жалко. Ну вот, ладно. Может быть, покажу в дальнейшем, что произошло. Так, пока. Всем пока.